Сегодня мы решили провести пуджу Шри Вишну Майя. В этом контексте необходимо знать, кто такая Шри Вишну Майя и каково ее, можно сказать, мифологическое, но лучше сказать, историческое родство. Я рассказывала вам, что Америка – это страна Шри Кришны, и что он Шри Кубера, а также Шри Яма. Поскольку он Шри Кубера, люди обладают изобилием. Они богатые люди, у них есть деньги, больше, чем у кого-либо еще. Но если вы не помните, что у вас должен быть баланс, и что сила Шри Кришны это Шри Махалакшми. Принцип Шри Махалакшми заключается в том, что искательство очень важно. Принцип Шри Вишны проявляется в том, что его сила Шри Лакшми. Подняв Шри Лакшми до определенной точки, вы попадаете в новое осознание или в новый тип искательства, которое является искательством Духа, где берет начало принцип Шри Махалакшми, центральный путь. Конечно же, однажды он появился и в Америке, принцип Шри Махалакшми. Но люди не знали, у них не было благоразумия, чтобы узнать, каким путем пойти в своем искательстве. И столь многие были очарованы фальшивыми рекламами, всевозможными обещаниями, заявлениями и прочими вещами. И я приезжала сюда много лет назад, в то время, когда я знала, что искательство сейчас демонстрирует свои результаты, и что люди со всего мира попытаются осесть здесь, потому что здесь для них был рынок, и что их маркетинг начнется таким образом, что люди, которые привыкли к рынку, окунутся в это. Я приехала, я пыталась, я говорила им. Вот что, по сути, произошло в Америке. Когда я приехала туда, я думаю, что я прибыла первой. Я предупредила их, я назвала им имена людей, которые станут проделывать всю эту работу. Также я сказала им, кем они были в своих прошлых жизнях, какого рода вещи они делали, какую работу они выполняли, каковы их негативные силы и как они пытались манипулировать ими. Но никто не стал слушать меня. Потому что эти люди обнаружили, что слабость этих американцев заключается в том, что если вы балуете их, тешите их эго и говорите, что это весьма важно, что вы должны делать что-то очень поверхностное, хотя оно и выглядит фантастическим. К примеру, я рассказывала, что они говорят, что вы сможете подняться на 3 фута от земли, и американцев это привлекает.
Они обратились ко всем таким абсурдным идеям, потому что они думали, что это нечто новое, нечто отличное. А меня они не стали слушать, потому что я сказала, что я не возьму денег. И они сказали мне очень ясно, что никто не поймет вас, если вы не берете деньги. Тогда я сказала, сколько вы заплатите мне за то, что настолько бесценно? Сколько вы собираетесь мне заплатить? И они не нашлись, что ответить. Поэтому внутри тех людей, которые были все еще ориентированы на деньги, не было принципа Шри Махалакшми, чтобы понять, что если вы должны искать истину, вы не можете платить за это. Они не могли понять этого. Вот почему им пришлось пройти через весь этот круг столкновений со всевозможными ложными гуру, со всеми типами, со всеми поверхностными вещами. В конечном итоге, сейчас, я думаю, первый год, когда я чувствую, что все поднялось очень хорошо. Но одна из чакр Вишудхи, как вам известно, очень важна. Это левая Вишудхи. А левая Вишудхи — это центр, при блокировке которого у вас появляется стенокардия, у вас появляется воспаление позвоночника, а органы становятся вялыми. Таким образом, эта левая Вишудхи была своего рода модой для западных людей. Возможно, из-за христианства, где вы должны исповедоваться и должны говорить, что вы грешник, что вы родились грешником, первородным грешником и тому подобные вещи. Поэтому, поскольку на вас поставили клеймо грешника, вы постоянно испытываете чувство вины. И это чувство вины было встроено в левую Вишудхи. Я думаю, что это один из недостатков даже сегодня, что люди в Америке чувствуют себя невероятно виноватыми из-за каждой мелочи, потому что они не имеют веры в себя. В первую очередь они думают, мы очень молодая нация, у нас не было традиции изначально. Они могут выглядеть высокомерными, могут показаться большими хвостунами, но изначально, внутренне, они чувствовали, что у нас не было традиций. Мы очень молодая нация. К примеру, они думают, что англичане слишком утонченные, или что французы очень утонченные, а мы нет. В сравнении с ними мы примитивны. Вот какого смешного типа идей у них есть. И в связи с этим, понимаете, они пытаются завуалировать это. Путь, которым они следовали, уткнулся во всевозможные вещи, и это выстроило внутри них огромную левую Вишудхи. Вот почему у американцев так много проблем левой Вишудхи. Прежде всего, этот центр блокируется, когда вы не хотите видеть свои ошибки. Я совершил это, хорошо, я сделал это, но больше я этого делать не собираюсь. Просто посмотрите, почему вы сделали это и почему это случилось, но они не хотят. Они будут чувствовать себя виноватыми из-за того, что они сделали, и сложат это сюда. И это чувство вины продолжает накапливаться в них, словно очень черные тучи. Затем это Шри Вишнумая, которая является молнией и, можно сказать, отвечает за электричество, высвобождается путем трения этих черных туч и фактически катализирует начало дождя. Это катализирует начало дождя. Это начинает воздействовать на таких людей таким образом, что внезапно они получают шок. Они становятся невероятно чувствительными людьми, они становятся нервными. И эта нервозность заставляет их думать, почему мы нервничаем, в чем дело. Разоблачение их чувства вины происходит посредством силы Шри Вишнумаи. Теперь я должна рассказать вам историю о происхождении Шри Вишнумаи. Она очень интересная. Шри Вишнумаи была сестрой Шри Кришны, которая родилась после того, как родился Шри Кришна.
По сути, она не была его родной сестрой, она была дочерью пастуха Нанды. И когда Шри Кришну унесли и отдали Нанде и Шри Ешоде, они отдали вместо него свою собственную дочь. И отец Шри Кришны отнес ее в корзинке назад. И когда пришел Канса, его дядя, вы все знаете эту историю, и спросил о восьмом ребенке, они сказали, вот этот ребенок. Он сказал, но это не мальчик, это девочка. Он взял ребенка одной рукой, размахнулся и швырнул его в небо. Она взлетела наверх и оттуда провозгласила, что Шри Кришна уже инкарнировался, что он жив, и что он твой убийца. Таким образом, она так то извещает. Она извещает об инкарнациях. Она извещает о чем-то хорошем, что должно произойти с вами. Также она та, кто может сжечь вещи, которые нехороши в духовном плане. Во времена Махабхараты она родилась как Шри Драупади. И эта Шри Драупади была сестрой Шри Кришны. И когда, как вам известно в Махабхарате, все вы знаете историю Махабхараты, мне не нужно рассказывать ее. Дурьодхана попытался сорвать с нее одежду. Она позвала Шри Кришну. Вначале она сказала «Кри». Ее зубы были стиснуты, чтобы удержать кончик сари. И пока она не сказала «Кришна», оно держалось. Потому что она думала, что если она скажет «Шна», то ее сари упадет, и она останется без одежды. Как только она сказала «Кришна», ткань полетела вниз. И за это мгновение Шри Кришна пролетел весь путь из Дварики. Тулсидас очень хорошо описал это на индийском языке. В Дварике раздался страшный шум, наверное, или как это еще назвать? Ужасный гром. Гром, можно сказать. Потому что она была той, кто отвечала за гром. С раковиной и чакрой, с булавой и лотосом, со всеми атрибутами он прилетел на Шри Гаруде. Со всем своим оружием он прилетел на Шри Гаруде, чтобы помочь ей. Он начал добавлять ей сари. И это Дурьодхана абсолютно, то есть Душасан, который делал это, совершенно выбился из сил и упал на землю. Итак, Шри Вишнумая — это та, кто непорочна. Но она не только непорочна. Она еще пребывает во всех пяти элементах. Поэтому она и вышла замуж за пятерых пандавов. И эта сила непорочности в ней использовалась для того, чтобы показать людям опасность этих ужасных кауравов, которые собирались править и разрушить дхарму. Поэтому она встала позади. И она была той, кто сказала, вы должны сражаться, вы должны сражаться во имя дхармы, что бы ни случилось. И Шри Кришна всегда поддерживал ее. То есть, как брат, Шри Кришна поддерживал ее. Поэтому отношения между братом и сестрой очень важны в Индии. То же самое должно быть и у сахаджа-йогов, потому что у нас есть рахи-бандан. У нас тоже есть обычай, когда в день Шри Дивали мы повязываем рахи брату.
И эта Рахи – не что иное, как сила Шри Вишнумаи, которая защищает брата. Фактически там брат защитил ее, и сейчас любовь сестры защищает брата. Таким образом, отношения между братом и сестрой гораздо более важны, чем какие-либо другие отношения, потому что они настолько чистые, настолько оберегающие, настолько любящие, а также они одного возраста. Например, между родителями и детьми этого быть не может, или между дедушкой и бабушкой и внуками тоже может быть ощутимый дисбаланс. Но брат и сестра всегда в одной возрастной категории, на одной волне. И эти отношения поддерживаются посредством Шри Вишнумаи. У нас был один хороший случай в Индии, о котором я должна рассказать вам, насколько уважается этот Рахи Бандан, или эта связь между братом и сестрой. Я имею в виду, что никто не поверит в это, потому что в этих странах, где нет отношений, которые бы уважались, вы не поймете. Когда Александр Великий пришел в Индию, он завоевал нашу страну очень сильно. Но был один король по имени Пуру, который сразил его и поместил в тюрьму. Александр был женат на индийской женщине. И когда наступил день под названием Рахи Пурнима, она положила Рахи на блюдце, накрыла его сверху и отправила королю. Когда ему сообщили, что привезли Рахи, король сказал: «Хорошо, повязывайте мне Рахи». Он не знал, чья это Рахи. И когда ему ее повязали, он спросил: «Чья это Рахи? Вашей сестры? Кто же моя сестра? Она жена этого короля Александра. О мой Бог! Как я мог сделать такую вещь? Он же мой зять!» Немедленно он пошел в темницу и простерся перед ним. Он сказал: «Я прошу прощения за все, что сделал. Это и есть обходительность, понимаете? Как я мог? Как я мог быть таким глупым и арестовать тебя?» Александр был изумлен. Он не мог понять этой реакции. Он сказал: «Что происходит?» А тот ответил: «Послушай, я прошу у тебя прощения. Пожалуйста, выходи». С большой пышностью, уважением, с украшениями для своей сестры и всем прочим он отправил своего зятя домой. Этого Александр не мог понять. Он вошел в дом и увидел жену, которая улыбалась. Он спросил: «В чем дело? Как я здесь очутился?» Она ответила: «Ты знаешь, я спасла тебя всего одной нитью», и показала ему Рахи. «Ты спасла меня этой нитью? Как?» Она ответила: «Знаешь ли ты, какой сегодня день? Это день, когда сестра может повязать это брату, и брат должен сделать то, что пожелает сестра. Поэтому я отправила ее этому королю Пуру, и он освободил тебя». Александр подумал: «Что за люди эти индийцы? Из одной нити они освобождают такого врага, как я. Как я могу управлять этими людьми? Они все равно обойдут меня, настолько они символичны». Он сказал: «Хорошо, я прошу прощения». Он взял одного парня по имени Чанда Вардай, усадил его рядом с собой, а тот был поэтом, и сказал: «Пожалуйста, напиши стих в честь того, какие тонкие люди индийцы. Я не понимаю, как могут они освободить такого ужасного врага, как я, из одной нити? Какое доверие! Какое понимание брата по отношению к сестре? И сестра тоже должна доверять». Итак, теперь, когда мы погружаемся в это глубже, то сами видим проблемы нашей Вишуди. На Западе мы всегда стараемся испытывать чувство вины и избавиться от наших ошибок. Из-за малейших мелочей люди испытывают чувство вины, потому что нормы западной жизни настолько строги. К примеру, если вы положите ложку с другой стороны, то все кончено. Я имею в виду, что тут такого? Вы можете взять ее с другой стороны и есть ей. Если вы пролили немного кофе, то чувство вины будет преследовать вас всю вашу жизнь. В конце концов, кофе должен проливаться.
Если он горячий, это может случиться, как и любая другая неприятность. Это чувство вины настолько огромно, что никто никого не исправляет, и каждый чувствует себя виноватым, виноватым, виноватым. Так вы начинаете терять все тонкости жизни. В сахаджа-йоге чувство вины означает, что вся ваша левая сторона в блоке. Вы не можете чувствовать вибрации должным образом, потому что здесь, на вашем шейном нерве, сидит эта вина, и она просто пережимает его. Вы не можете чувствовать левую сторону. И вы начинаете развивать блок на левой стороне до тех пор, пока у вас не появляется ужасная болезнь. Тогда вы осознаете. Тонкая часть этой Шри Вишнумайи заключается в том, что она знает истину. Когда она сверкает, вы можете увидеть все вокруг. Даже за короткое мгновение она освещает все в темноте. Точно так же, когда Шри Вишнумайя начинает действовать на вас, она раскрывает вам истину. Но, предположим, вы продолжаете чересчур эксплуатировать свою левую вишуди. Тогда она просто исчезает. Ее больше нет, чтобы корректировать вас, помогать вам всеми способами или разоблачать вас. Тогда вы не чувствуете ничего. Вы становитесь онемевшими по левой стороне. Абсолютно онемевшими по левой стороне. А левая сторона — это индикатор всевозможных левосторонних болезней. Это одна из причин, по которой у нас есть максимальное количество левосторонних болезней на Западе по сравнению с Индией. Индийские болезни происходят с правой стороны, в то время как левосторонние болезни происходят из левой вишуди. Поэтому испытывать чувство вины в корне неверно. Это мифическая вещь. Допустим, вы чувствуете себя из-за чего-то виноватым. Какой в этом смысл? Это просто миф. Это пустая вещь, которую вы носите на себе. Испытывать чувство вины нет смысла. Если вы думаете, что вы сделали что-то неправильно, просто признайте это. Что я поступил неправильно, и больше я так не сделаю. Но если вы чувствуете вину, тогда понимаете, это подобно мусору, который там накапливается, и затем вы снова повторяете ошибку, снова вы делаете ту же ошибку, и вы становитесь невосприимчивым. У вас развивается невосприимчивость. Затем вы даже перестаете чувствовать, что это неправильно, понимаете? Люди делают неправильные вещи, даже не задумываясь, что это неправильно. Даже этой осознанности, или, можно сказать, бдительности приходит конец. Тогда вы думаете, что плохого? Это хороший ответ на все. Что плохого? Это подобно пьянице, который начинает пить. И вначале он чувствует, о, я не должен был пить. Затем он начинает выпивать чуть больше, чуть больше, чуть больше. В итоге он говорит, а что плохого? Я пью, и это замечательно. Все такого типа начинается с левой вишуди. Потому что мы не видим ошибки. Это не из-за того, что у вас очень недавние традиции и всего прочего. Все дело в отношении. Поскольку это земля Шри Кришны, то для американцев в особенности очень важно видеть свои ошибки и признавать их. Хорошо, я совершил эту ошибку, и больше я этого не сделаю. Таким образом, поскольку они не хотят признавать это, у них развивается это высокомерное поведение. Я знаю, что под этим высокомерием всегда скрывается кто-то очень виноватый. Здесь они фактически очень коллективны. Очень коллективны. В том смысле, что они беспокоятся о Вьетнаме, Корее, о чем угодно. Все, что происходит в мире, их волнует. Именно они создали ООН и тому подобные вещи, понимаете? Все это так. Но несмотря на это, эта проблема с чувством вины делает их весьма бесчувственными. Весьма бесчувственными к вещам, которые являются реальностью. Они должны увидеть, что все, что является негативным, они не воспринимают как негативное.
Они будут поддерживать страну, которая деспотична, несмотря на тот факт, что у них демократическая страна. Все эти вещи проявляются не только в политике, но и в повседневной жизни. И тогда все это становится стилем жизни. Это становится стилем жизни. Все становится коллективным. И никто даже не может прийти и сказать, что то, что вы делаете, это неправильно, и мы должны остановить это. Если кто-то так скажет, то они скажут, что он сумасшедший, он нездоров. Касательно Фрейда, я рассказывала вам, что Фрейда осуждали многие люди, и люди предъявляли какие-то бумаги, все это было, но никто не стал слушать их. То же самое случилось и с Сахаджи-йогой. Они не стали слушать меня, потому что в них развился иммунитет против реальности, против всего, что является реальным. У них развился иммунитет. Они не хотят видеть этого. Это чересчур. Чересчур для меня. С таким отношением они были вынуждены сделать кое-что еще. И из-за этого они ушли в правую сторону. Благодаря этому они развили все виды машиностроения, науки и всего прочего. Но наука не окончательна. Она не может дать вам целостность, она не может дать вам реальность. Таким образом, Шри Вишнумайя демонстрирует свою силу. Она делает множество вещей, которые пугают людей. Она может войти в любой... В любой элемент. Она может проникать внутрь. Предположим, она входит